Более 2000 участников не только из Тюменской области, но и из нескольких городов Уральского федерального округа собрались сегодня в «Жемчужине Сибири», чтобы проверить свой стальной характер. Для участников приготовлено несколько трасс протяженностью 3, 5, 7, 9 и 11 километров. Ну и, конечно, на них участников ждут традиционные испытания. Это ледяная ванна, яма с грязью, подъемы, трамплины. В общем, много всего. Эмоции отличные, как всегда. Не в первый раз бегу. В принципе, что хотел, то и получил. Вот, на самом деле побежал из семейной солидарности, скажем так. У меня просто жена в другой команде, я еще буду ждать ее. Вот, потому что мы, кстати, прибежали первыми сегодня. Прям команда хорошая подобралась. Отличный коллектив, классные ребята. Вот, супер эмоции. Спасибо «Стальному характеру» за организацию. Команды собрались разные по составу и по физической подготовке, но то, что их точно объединяет, так это боевой дух и хорошее настроение, особенно на финише. Мария Рянина, Артем Суханов, Тюменская служба новостей.